центральной межпоселенческой библиотеки в эти дни расцвело множество цветов. Любимому городу «Наш букет» – так называется традиционная выставка, которая посвящена Дню Видного и Ленинского района. По сути, с этой выставки начинается новый сезон Видновской библиотеки. В этом году здесь представлено около 200 работ. Главные участники, что тоже традиционно, ученики и воспитанники школьных и дошкольных заведений Ленинского муниципалитета. Свою лепту в это буйство цветов вносят и постоянные посетители библиотеки. Читатели приносят букеты, выращенные своими руками, изготовленные своими руками. И поэтому вся тематика нашей выставки – это цветы. Цветы, которые читатели дарят своему городу. Возрастная категория у нас очень широкая. У нас от самых маленьких детей до пожилых людей принимают участие в выставке. Ограничений по использованию материалов нет никаких. Главное, чтобы работа представляла из себя цветы. Но это не просто выставка, а еще и конкурс. Совсем скоро организаторам и судьям придется нелегко. Им предстоит выбрать среди этих разнообразных работ лучшие и назвать победителей. Впрочем, уже сейчас наметились фавориты. Я, честно говоря, даже не знаю, чья это работа, но вот эти гладиолусы меня впечатлили до глубины души. Я сначала подумала, что это живые. И только вот присмотревшись, из гофрированной бумаги вот такое рукотворное чудо. У меня не получается быть беспристрастной, потому что среди такой красоты трудно остаться равнодушным. Тем, кого заинтересовала эта выставка, стоит поспешить. Итоги конкурса «Любимому городу наш букет» будут подведены уже в ближайшую пятницу.